В самом начале процесса руководством компании было поставлено две цели. Это повышение эффективности работы управления стройконтроля и повышение качества продукта. Портфель проектов «Лидер Инвест» включает эксклюзивные жилые комплексы, локальные застройки и проекты комплексного развития территорий общей площадью 3 миллиона квадратных метров. При таких масштабах переход на новые технологии, которые систематизируют и облегчают взаимодействие с подрядчиками, просто неизбежен. Большие проекты – большие риски. Поэтому для начала решено было оценить пользу применения инноваций в пилоте. Для этого подобрали 4 объекта – от «Комфорт Плюс» до «Премиум-класса». Мы проанализировали рынок мобильных приложений, позволяющих решить эти цели, и остановились на программном обеспечении «Стройконтроль», потому что позволяло в кратчайшие сроки обкатать и внедрить программный комплекс. И немаловажным плюсом являлось то, что отечественный разработчик. Были поставлены следующие задачи. Это снижение времени работы с предписаниями, снижение времени их выставления, снижение трудозатрат инженеров управления строительного контроля и повышение оперативности работы с предписаниями, оперативности работы с генподрядчиками и добиться повышения объективности работы с предписаниями. Программный комплекс «Стройконтроль» на 100% позволил решить все эти задачи, и в итоге мы отработали режим взаимодействия с генподрядчиками, которые с удовольствием откликнулись и подключились к этой системе. Программный комплекс «Стройконтроль» позволяет получать практически в онлайн-режиме информацию по работе с предписаниями, по количеству выставления, по времени исправления предписаний и по времени их закрытия. Инженеры строительного контроля и подрядчики были объединены в единое цифровое пространство. Когда инженер стройконтроля при регулярной проверке видел недостаток, он отмечал место на чертеже, фотографировал участок, описывал замечания, назначал ответственного и срок. В режиме реального времени все участники получали уведомления и могли тут же включиться в работу, устраняя недостаток. В некоторых случаях к моменту возвращения сотрудника технадзора в офис замечания уже были устранены. Время на подготовку предписания и получение замечания подрядчиков в среднем сократилось с 1-2 дней до 10-15 минут. Сроки значительно уменьшились, конечно, потому что бюрократическая вот эта волокита с оформлением и ручным заполнением, и, соответственно, ознакомлением подрядчика об устранении, конечно же, сократилось. В процесс были включены все заинтересованные стороны. При необходимости программа позволяет быстро эскалировать сложные вопросы на любого участника. От представителя службы техзаказчика до вице-президента, ответственного за стройку, для принятия важных управленческих решений. Аналитические отчеты, которые позволяет формировать программа, доказали безусловную эффективность такого подхода. 100% подрядчиков дали положительные отзывы. В результате принято решение до конца года перевести работу технадзора в программный комплекс «Стройконтроль» на всех строящихся объектах компании. Более того, интеграция с уже применяемыми системами позволит значительно расширить возможности программного комплекса «Стройконтроль». Мы прорабатываем и с программистами «Стройконтроля», с нашими сотрудниками, отвечающими за интеграцию, и с руководством компании «Мобильные решения для строительства» варианты интеграции с BIM. Немаловажным моментом является то, что в этот процесс включены сразу все заинтересованные стороны. У всех при помощи мобильного приложения, при помощи приложения для стационарных компьютеров появляется возможность быть включенными в процесс онлайн и с программными решениями Revit и интеграция с программным решением Navisworks, что позволит уже в одном приложении, в одном программном комплексе «Стройконтроль» работать в том числе и с 3D-моделями. Также в ходе опытного внедрения программы комплекса «Стройконтроль» мы начали создание и реализацию проекта создания среды общих данных на базе решения Vault, что также позволяет объединить в едином ключе работу проектировщиков управления проектированием, аудиторов управления стройконтроля с целью работать с актуальными документами, с актуальной рабочей документацией. Внедрение цифровых технологий позволяет увязать в реальном времени основные процессы девелопмента, начиная от проектирования, заканчивая вводом объекта в эксплуатацию. Данное решение позволяет повысить эффективность реализации проектов «Лидер Инвест».